Православные верующие отметили второй по значимости после Пасхи праздник Рождество Христово. Спаситель родился в Вифлееме в небольшой пещере, вертепе. Первыми младенца увидели пастухи, которым ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Во всех православных храмах прошли праздничные богослужения.